Всем привет, продолжаем играть Mountain Blade Telldess. Сегодня мы с вами отправляемся на помощь Дейлу. У Дейла проблемы, он на грани поражения, и вполне возможно, что пока я приеду к нему, он уже развалится, но попробовать все-таки нужно. Мы обещали нашему союзнику 35 рубящей, у меня тут 40 рубящей. Жаль, конечно. Давайте возьмем на всякий случай. Я не знаю, будет ли что-то лучше или нет. Ну, наш король, как обычно, лазит просто без дела. Патрулирует территорию, которая, в принципе, никем не занята, кроме нас. Конечно, это же нужное дело. Рядом куча людей, которые умирают. Ну, то фигня. Кто мы такие, чтобы критиковать короля? Правильно, правильно. Так, пока ничего лучше я не вижу. Отправимся в Дейл, посмотрим, чем мы сможем помочь. Сможем ли помочь в принципе 35-33. Ну ничего толкового я не вижу. Толковее, точнее, чем то, что у меня уже есть. Поэтому заедем в Вестфольд и поедем дальше. В ту сторону отправимся, там посмотрим. Я не знаю, как мы поможем Дейлу, потому что Дейл там, он терпит поражение в битве опять. Там все прям плохо, очень плохо. То 38 рубящий. Шикарно. Этот берем, этот продаем. 38 рубящий. Ну, весьма неплохо. Могло быть, конечно, и лучше. Давайте вот так еще сделаем. То есть, что я, не патриот, что ли? Так, в Дейле прям все плохо. Давайте я еще поставлю себе топорик сразу. И отправляемся напрямую в Дейл. Гондорская знать. Знать мы подымем повыше. Чтобы воевали, а то чё они? Так. Кто-то готов по гондорской оруженосец. Да, вот я нашел, с кого оруженосцы делаются. Я все думал, с кого они. Они из знати, получается. Хорошо. Будут у нас оруженосцы. После оруженосцев в рыцари вроде, а потом рыцарь-ветеран, а потом рыцарь-цитадели или что-то такое. Рыцарь-цитадели, да. Рыцарь-ветеран, рыцарь-цитадели. Так, ну к Дейлу нам не так уж и близко пилить на самом-то деле. Но этих мы вряд ли догоним. 5,9, 5,6, да, мы не догоним их. Ну, если вы видите, что у них скорость больше вашей, смысла за ними гоняться нет. Если у них хотя бы на единичку скорость, 1/10 скорость меньше, да, есть шансы догнать. Если они не ворвутся там в толпу своих же, опять же. Но это уже лучше смотреть по мере прохождения, так сказать, и всего остального. Долгулдур. Можем поймать, но смысла не вижу. Мы с одинаковой скоростью движемся. Печально, правда? Долгулдур с пешком, а я на лошади. И все равно мы с одинаковой скоростью движемся. Так. Дейл терпит поражение, Дейл терпит поражение, Дейл терпит поражение. Прекрасно, просто шикарно. Так, всадник Рохана, копейщиком будешь. Потому что мне надоело терять постоянно своих всадников, опытных всадников и всех остальных. Так, мы уже достаточно далеко заехали, надо сохраниться. То потом опять переться будет и лень, и долго, и все остальное. Опа, 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 опа.
поможем. Пожалуйста, за помощь. Дай-ка мне еды, мужик. Мне еда нужна, мне еда заканчивается. Ну, с этой стороны прям все почему-то очень плохо. Нет, я понимаю, что шикарно быть не может, с учетом того, что мы воюем все против всех. Но все равно как-то уж чересчур. Четыре человека ведут 49 пленных. Вы серьезно? Просто... Не, ну серьезно. Ой-ой-ой, там прям все плохо. Ай, не успею. Ай, не... Не, не успел. Ну что ж такое, черный мех? Ну куда ты лезешь, а? Ну куда вы все лезете? В этом месте здесь крепко живут нормальные животные. Спасибо. Прям очень интересно. 25 пленных, блин. О, долгулдуровцы. Гундабадовцы. Постоянно их путаю. Не то чтобы они прям одинаковые, но... Я их путаю не из-за этого. 83. Дай мне их убить, блин. Наконец-то. Грёбаные орки Гундабада. Сейчас я вам покажу, что такое война. Вы еще долго будете вспоминать, как копыта наших лошадей топтали эту землю. Ну или недолго. С учетом того, как кто победителем выйдет из этой битвы. Либо я, либо вы. Конный копейщик. Конные копейщики мне нравятся. Мне нравится Брэгл. Шикарные рыцари цитадели тоже неплохие. Из лучников застрельщики так себе. Вот мне еще нравятся ребята... Боже, как их называют? Рейнджеры. Рейнджеры шикарные, гондорские. Мне они нравятся. Они, правда, пешие, это мне не нравится, но... Застрельщиков у меня почему-то застрельщики не выживают практически. Постоянно умирают. Так, остались варги, как обычно. Сейчас с варгами расправимся, отправимся дальше. Хорошо. Еще троих развалить давайте. Тут особо, правда, и двигаться не нужно. Все-таки трое на Араву из 90 рыл. Но все-таки давайте съездим, посмотрим, как там. Кто там, как там, куда там. На, все. Вот воин гвардии Эорла, это те, кто из всадников получается. И у меня не получается довести их до того, чтобы сделать каких-то шикарных ребят. То есть они разваливаются раньше времени. Печально, печально. Так, у нас готовы к повышению. Хорошо. Два оруженосца ветерана. Оруженосца ветерана мы поднимаем. Сохраняемся. И идем на помощь вот этим. .103 на 440. А, шикарно. Это, я понимаю, война.
Да боже, что вы такие тупые? Мои уже ворвались и начинают рвать, а эти еще даже не пришли. О, тут еще этот тролль. Надо бы слезть, наверное. Да, давай спешься. Ой. Получил от тролля по сапаточке. Все. С этим разобрались. А, это моя лошадь. А теперь с маленьким топориком давайте немножко. Ой, ты как тебя скорежило-то, ё-моё. Давайте вот так. Двоих потерял, но так быстрее, по крайней мере. Так, теперь опытный смотритель леса. Беорлинги эти. Кто вообще у них за что отвечает, непонятно. Ладно. 12, вот 43. Давайте вот этого наймем и вот этого наймем. Я не знаю, на что они там рассчитывают, эти беорлинги. Во-первых, сохраняемся, во-вторых, давайте еще раз усилим отряд. Ну, у нас из отряда усиления тут только минимальный. Готово. Сейчас еще этому гундабадовцу попробуем навесить. Да, тут плохо, что мы в лесу, конечно. В лесу трудно сражаться на лошадях, поэтому мы спешимся. Как он меня ударил, если он еще даже не развернулся на тот момент? Или он при развороте меня ударил? Да не лезьте вы хотя бы. Вот так. Оглушили одного. Плохо. Кто у нас там еще остался? Так, хорошо. Где еще? А, как обычно, варги остались. Нормально. Давайте вы добьете их. Я пока водички попью. У меня что-то пересохло уже в горле. Вот и все. Одного ранили. Ну, у них были из опасных только тролль, по сути. Все остальное это так, мелочь. Ну, с этим тоже все закончено. Ой, ты красавец прям. Нет, нет. А, там новые враги прибыли. Таких семеро было. Откуда новые враги прибыли? Кто это? А, понятно. Минас Тирит. Мне всего лишь там 5 или 6 этих воинов. Из Минас Тирита. Не так уж много. Но орут они громче всех, конечно. Назад.
Оруженосец ветеран. Шикарно. Готово. Сохранились и поехали дальше. В Дейли все плохо, там терпят поражение за поражением, насколько я вижу. Давайте поедем, попробуем хоть чем-то помочь. Опять эти четверо и 49 пленных. Это, понимаете, эти 49 могут спокойно, блин, взбунтоваться. Было бы смешно, если бы это можно было сделать бы, в принципе. Но, к сожалению, не с нашей... Вот, 43 и 13. 43 пленных и 13 воинов. Ну вы серьезно, это же даже не смешно, ребята. Ну да, и все эти гномы с топорами. Эребор, поражение в битве опять. Как они умудряются, блин, поражение в битве получать, когда тут и битв-то я не вижу. Трандуиль, державы эльфы, темнолесье терпит поражение в битве. Ну тут тоже все как бы плохо, ну ладно. Мне интересно, воины, которых я освобождаю, они потом возвращаются к своим после плена, которых я не забираю к себе, я имею в виду. Или они просто так исчезают и как будто в вакуум пропадают. Если в вакуум, то плохо. Даже не плохо, обидно просто. Вот так. Вот, вы смотрите, 43. Так, рыцарь Гондора. Шикарно. Поднимаем выше рыцаря Гондора. А, вот, вижу. Я не знаю, успею или нет. Не успел. Снова. Блин, не успел. Обидно. Да мне начекать, сколько вас будет, ребята, потому что вы слабаки. Я сюда не мог. А, все уже, предел, я понял. Предел карты. Отомстил за короля, я не успел немножко, буквально пару секунд не успел. Как бы я оказался немножко ближе, я бы убил бы ребят и помог бы королю победить. Видали, сколько пленных? Забираем. Всех забрали. Ну тут куча просто пленных. Я не знаю, как их добыть всех. Давайте-ка. Во-первых, у меня тут еще два рыцаря.
Да не свалите вы от меня, ребята. Я вас догоню. 90... 92 пленных. Ух, боги. 92 пленных. Я не заметил, блин, до самого последнего. 92, ребят. Это целая армия. У меня 97 воинов, блин. А там 92 пленных. Твою мать. Не, я надеюсь, что если я освобождаю пленных, они возвращаются к своим этим и могут сражаться дальше. Тогда это будет прикольно хотя бы. И не так обидно, а то если я освобождаю, они просто пропадают в вакуум, то как-то печаль. Давайте я кому-то спину почешу. Все. Только стадо лошадей осталось. Табун. Я одного убил. Шикарно. Ваша отвага вдохновляет ваших воинов. Я одного убил, какая отвага. Ляп. Вот. 92, блин. 92, вы понимаете? Это уму непостижимо, блин. Давайте еще двух ветеранов заберем. Больше мне просто не лезет. Просто как все должно быть плохо у них, если у них 92 пленных бегает себе спокойно. Давайте чертоги Трандуиля этого. Дом Беорна осаждают. Нужно, блин, съездить к ним. Король Бранз опять... Как они умудряются вот это вот получать по голове? 45 для... Ну, как интересно. 45 для защиты головы. Неплохо, неплохо. Ну-ка, 35 колюще. 30, 31. Неплохо, очень неплохо. Но, зараза, у меня нет столько для них. Склады. Я забираю еду. Казармы, давайте пленных вам сдам, ребята. Пленных у меня немного. Всего лишь двадцатка. Ну, тут большинство почти бесплатные, поэтому... Знаете, как... Сдавание сдавать толку нету. Стоп, а сколько там этот шлем стоил? А, 3800, слушайте, а я возьму. Я его одену на свою эльфийку. У меня ж есть эльфийка. Ты ж у меня лифика или нет? А то у нее 30. 30 это как-то не прикольно. Вот, прекрасно. Я наконец-то избавился от всех пленных. Улучшил свою эльфийку. Ну, эти меня мало интересуют. Меня больше интересует Дейл, как ему помочь. Ну ладно, давайте будем это делать уже в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.